Дорогие друзья, ну вот и наступил тот самый момент, церемония награждения нашего фестиваля. И я попрошу всех наших участниц сесть на барьер. Наше международное жюри и почетные гости фестиваля, пожалуйста, проходите к нам в манеж. Ну, а я пока расскажу, что сейчас будет. Дело в том, что по традиции всех цирковых фестивалей в мире мы сначала проведем церемонию награждения специальными призами. И в дальнейшем перейдем к главным наградам, поэтому я попрошу вас запастись терпением, ну и попытаться угадать, кого выбрало наше международное цирковое жюри. Давайте поаплодируем этим людям. Дорогие друзья, диплом участника и специальный приз Воронежского цирка вручает исполняющий обязанности директора цирка Сергей Блохин. Приз уходит соло «Эквилибр свеча» Маргарита Щедрина, Россия. Памятная фотография. Спасибо. Я попрошу всех проводить церемонию награждения прямо в центре манежа. У нас большое количество прессы. Спасибо большое. Диплом участника и специальный приз Ивановского цирка вручает директор цирка Сергей Наумов. Приз уходит антипод Юсуф Хаптабмеш Аргаф, Эфиопия. Диплом участника и специальный приз Астраханского цирка вручает директор Жанна Семибратова. Уходит групповые жонглеры шляпами Ирина Смердова, Россия. Диплом участника и специальный приз Донецкого цирка вручает директор Донецкого цирка Юрий Кукузенко. Приз уходит гимнастка на кардевалане Анастасия Карампурниоти, Греция. Диплом участника и специальный приз Саратовского цирка вручает хозяйка нашего фестиваля, директор Татьяна Гаранина. И приз уходит «Танцы на проволоке» Марина Дюран, Франция. Диплом участника и специальный приз Луганского цирка вручает директор Дмитрий Касьян. Приз уходит гимнастка в оригинальном кольце Дарина Торопова, Россия. Специальный приз Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева-Карандаша вручает директор Елена Шевченко. Приз уходит главному режиссеру нашего фестиваля, заслуженной артистке России Елене Петриковой.
диплом участника и специальный приз продюсерского центра. Приз уходит гимнастка в кольце гейша Ольга Клюева, Россия. Диплом участника и специальный приз главного режиссера компании «Росгосцирк» вручает заслуженная артистка России Елена Петрикова. Приз уходит гимнастка на кардепарелле Ребекка Спигель, Германия. Диплом участника и специальный приз Министерства культуры Саратовской области вручает министр культуры Наталья Щелканова. Приз уходит «Свобода лошадей» Екатерины Венегас, Россия. Диплом участника и специальный приз. Приз уходит «Хула-хупы на шарах» под руководством Юлии Сурниной, Россия. Диплом участника и специальный приз Harmony Organization вручает генеральный директор Ахмед Экши. Приз уходит гимнастка на ремнях «Полет в дожде» Марина Стародумова и Даяна Жетписова, Казахстан. Господин Экши организовал два специальных приза. Девочки, спасибо большое. Девочки, спасибо. А на ваше место джигиты на лошадях под руководством Якова Эк. Диплом участника и специальный приз Казахского государственного цирка вручает генеральный директор Максат Жаиков. Приз уходит гимнастка на сетке Алейза Аликова, Кыргызстан. Диплом участника и специальный приз продюсерского центра Королевский цирк вручает Елену Петрикову. Приз уходит девушки-джигиты под руководством Якова Эк, Россия. Диплом участника и специальный приз «Приглашение на работу». Приз уходит клоунесса Ольга Лифенцева. И второй приз уходит клоунессе Оксане Первухиной. У нас осталось ровно 6 специальных призов, и перейдем к главным наградам. Специальный приз Вьетнамской цирковой федерации вручает директор Тон Тхан Тонг.
Приз уходит «Свобода лошадей» под руководством Екатерины Венегас, Россия. Диплом участника и специальный приз Монгольского государственного цирка вручает генеральный глава комитета Бутумурбаатар. Дрессированные медведи Алии Такшантовой, Россия. Диплом участника и специальный приз нашего жюри. Приз уходит гимнастка на волосах Майна Фернандес Ямачи, Бразилия. Диплом участника и специальный приз чрезвычайного и полномочного посла мексиканских Соединенных Штатов вручает Эдуардо Вильегас Мигес, господин посол. Он учредил 3 специальных приза, и первый приз уходит групповой каучук под руководством Бутумурбаатар, Монголия. Следующий специальный приз от господина посла уходит. Хулахупы на шарах Юлии Сурниной, Россия. А также девушки-джигитки под руководством Якова Эк, Россия. Диплом участника и специальный приз Большого московского цирка. Приз уходит групповые скакалки 4 двора Татьяны Буяновой, Россия. Давайте, давайте поддерживать, друзья. Диплом участника и специальный приз компании «Росгосцирк». Приз уходит «Соло Эквилибр» Маюми Кастро, Мексика. Дорогие друзья, как вы убедились сегодня, вы не смогли наблюдать всех участников нашего фестиваля, потому что это большая конкурсная программа. И сейчас мы переходим к главным наградам. Дело в том, что наше жюри учредило сразу несколько наград в каждой номинации. И сейчас у нас будет 4 бронзовые короны. Они все равнозначны по своей ценности. Давайте, никто не будет в дальнейшем спекулировать. Первая, вторая, третья, четвертая корона – это 4 равноценных приза. Приз вручает бронзовая корона директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян. Приз уходит гимнастка в кольце Ольга Клюева, Донецкая Народная Республика, Россия.
Давайте, давайте, друзья, главные награды. Бронзовая корона вручает глава Генерального комитета по организации монгольского циркового искусства Буттумур Баатар. Приз уходит воздушные гимнасты под руководством Виктории Истелеуловой. Россия! Бронзовую корону вручает генеральный директор учреждения культуры Гомельский государственный цирк Анастасия Сарасека. Приз уходит гимнастка на мачте Химена Риверос Пакеко, Перу. И еще одна бронзовая корона вручает генеральный директор Harmony Organization Ахмед Экши. Приз уходит «Свобода лошадей» Екатерина Венегас, Россия. Наше жюри учредило 3 серебряные награды. Вручает серебряную корону директор Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева-Карандаша Елена Шевченко. Приз уходит соло «Эквилибр» и «Линкши» Китайская Народная Республика. Серебряную корону вручает генеральный директор Казахского государственного цирка Алматы Максат Жаиков. Приз уходит дрессированные медведи Алии Такшантовой, Россия. Серебряная корона вручает вице-директор Вьетнамской цирковой федерации Тон Тхан Тонг. Приз уходит гимнастки на ремнях «Полет в дожде» Марина Стародумова, Даяна Житлисова, Казахстан. Мы переходим к главным наградам нашего фестиваля, и здесь будет небольшая разница. Наше жюри учредило 2 золотые награды и гран-при нашего фестиваля. Золотую корону «Хулахупы на шарах» под руководством Юлии Сурниной, Россия. Браво! Золотую корону вручает чрезвычайный и полномочный посол мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мигиас. Господин посол, приз уходит
Девушки джигиты под руководством Якова Эк, Россия! Гран-при нашего фестиваля. Интрига. Групповой каучук Бутумур-Баатар, Монголия. Молодцы! Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш фестиваль. Дорогой наш зритель, большое вам спасибо, что вы были сегодня с нами. Артистки из 13 стран мира благодарят вас за то, что разделили с нами этот великолепный праздник. Большое вам спасибо. Ждем вас в следующем году на международном цирковом фестивале «Принцесса цирка». Спасибо вам большое. До свидания. Доброй ночи. Хороших вам выходных. До свидания. До свидания.